Привет! Вот такое дерево. Очередное воскресенье, 28 апреля. А время? А время? Ну, я не смотрю, но приблизительно 4:30. Половина пятого. Ну, приблизительно. Да. А где мы, Анаит? Вы можете рассказать? Да, мы сейчас в детском таком парке, который называется Ерас. Ерас. Да. Это Ереванский автомобильный завод, но в то же время сон, мечта. Да. Ерас. Зимой тут интереснее, конечно. Много развлечений не скажи, для детей. Не скажи. Одну минутку. Озеро есть, но зато зимой вместо озера каток. Да. А разве это не интересней? Ну, воду пока не налили. Да, приблизительно как Лебединое озеро. Зимой каток. Ну, вон там дети чем-то занимаются, во что-то играются. Ну, почему мы так... Решили, да? Нет, мы не хотим углубиться сегодня в парк. Мы его, в принципе, показывали. Да, много раз ты показывал, да. Без меня, и мы вместе показывали. Это проспект Азатутян, вот автобус едет. Да. И там новостроек очень много. Тоже для молодых семей, между прочим, вот эти высотки. Ты видишь, мы проезжали еще сколько там строится. Строилось, да. Вон, чуть отсюда видно, можно увидеть, да. А вот справа вот это здание, смотрите с узором. Ажурное. Ажурное, да. А раньше это здание АТС было. Да, так называлось. Так и осталось за ним это название. Ну, сейчас там один из операторов, да, Билайн? Да. А туда наверх? Что? Туда наверх Тбилисское шоссе вот отсюда начинается, с этого здания. Угу. А это Вахе Карапетян центр благотворительный. Что-то связанное с высокими технологиями, знаешь? А туда дальше нет завода шампанских вин? Ну, это очень дальше туда. Да? Далеко, да, там, отсюда? Там поворот будет после поворота. Угу. Ну, пошли, Анаит, нам нужно вот в сторону завода... Ерас мы сейчас покажем, поедем. Но я думаю, из машины покажу вам, куда мы едем. Проспект. Как назывался? Азатутян. Проспект Свободы. Да, как площадь Свободы. Или до Перей, а это проспект Свободы. И вот отсюда начинается. Здесь был раньше завод Ерас. Автомобили выпускали. А ты вот пропустил это здание. Это был детский центр. Тоже назывался Ерас. Справа. Да, к сожалению, пропустил. Сейчас мы свернем на улицу Адонс. Вот здесь был завод релейный. Да. А здесь был завод Ерас, которого уже нет. И улица Адонцу. И въезжаем мы вот в такой большой новый район. Посмотрите, какие мощные. Да, за забором стройки. Строительство огромное. Тут строительство, там уже он закончен, этот район, в той части. И тоже называется Ерас. Мечта, наверное, да, скорее? Да, да. Сон. У нас это одно и то же слово. Да. Да, наверное, мечта на больше подходит. Да. Давай здесь на минутку остановимся, да? Давай. Или не стоит, как считаешь? Ну, давай заглянем. У нас тут дочка тоже дом приобрела. Посмотрим, как у них продвигается строительство. Давай. Небо опять за этими исключениями. Ой, какой ветер. Не будет слышно тебя. Давай громче, она и говорит. А. Ну, мы снимали этот район. Я не помню, это была ранняя весна или зима уже конец. Ну и тут опять было ветрено, так помню. Да, что тут такой ветреный район? Гандик Боконик.
Что это? Гандык. Как перевести гандык? Гандык. Что-то пухленькое. Да, типа колобка. Да, типа вот как раз колобок вроде. Ага, да, вот колобок. Вот кассир требуется. И видите, такие узоры вокруг арок. Ну вот фактически вот вся эта часть и туда влево, это уже отстроенная и населенная уже часть. Да, обжитая. Района, обжитая, да. Вот и мы пришли. Ну свернем за угол, посмотрим там. Строительство как идет? Проверим. Сколько заведений есть пить? Для фамилии. Фамилия семейная, да, что-то? Бар и ресторан. Вот. Вот. Ой, уже почти выстроили. Вот у них где-то в этой части. Да. Скоро придем на Новоселье. Мы из Новоселья не выходим, она ведь. Не вылезаем. Тут Авито, потом Алиса. Вот и подземный гараж. А в гараже они взяли место, не знаешь? Не знаю. Я даже ну вот. Не знала, где их. И салон красоты. Так что все нормально. Мы в Ереване. Без сомнения. А хорошо, красиво обустроили салон. Да, у нас все красиво делается. Особенно салоны красоты. Заманивают. В тот двор мы не сможем зайти, там стройка. Да, но вот это аналогичное здание. Аналогично, да, зайдем сюда, тут представим уже. Все, уже закончено. Вот такие балконы. Кусени, наверное, сдадут. Барельефы. Ну, пошли. Да, красиво оформлено. Да, а вот арку не разрисовали, видишь? Пока что. Ну, кто-то маму тут любит, да? Сильно. Да. Эмоции захлестнули ребенка. Смотри, землю принесли, давай зайдем. А я думала, это. Тут уже зелено, так, а оказывается нет, они только-только обрабатывают. Зрелище не из красивых, но обнадеживает. Ну ты значит, знаешь. Здесь будет что-то расти. Вот это как после революции. Все изрыто. Да. Новое делается через... Грязь, трудности, да. Легко не делается. Фактически, ну, если наша дочка тут по соседству. Вот мы спрашиваем. А, это фонтан делается там. Будет фонтан. Слава Богу, что не гараж. Устей гамбокши кананчапатвелю, а? Эстер теннисный даштенузум саке. А, теннисный корт. А, андер волейболи. Волейбольная площадка. Эрехеки сагаран. Сагаран? Ха. Различные аттракционы, да, детские? Да. Горка, или сагаран? Спасибо, шнуракальцы. Шнуракальцы, да. Вот видите, прямо план Гойл-Ро какой-то. Ну, нам придется еще раз зайти сюда проверить. Мало нам было оперу проверять. Сейчас на Новоселье, тогда и зайдем сюда. Ну, пошли, по-моему. Тут уже будет все закончено, я надеюсь. Все понятно. Вот такие балконы. Мне очень нравятся эти перила. Не знаю, почему они мне так приглянули сильно. Я знаю, почему. Почему? Они с детства. Она... Да, да, ты прав. Вот наша дочка, внуки будут жить в таком дворе. А вот напротив это уже советские здания с тех времен. В общем-то, опять-таки можно назвать их каменными джунглями. Но все-таки, когда они не в центре города, они не так давят.
Конечно, и так отвратительно смотрится. В центре район. Надо что-то интересное, оригинальное. А это, как называется, спальный район. Район. Да. Одновременно. Ну, хороший, уютный, удобный район будет, я уверен. А здесь... тут фрукты, овощи, магазин, да, химчистка, овощной. Эко, причем написано, вот принесли. Ну хорошо, дочке будет удобно. Фрукты, аптека. Овощи. Ну, в общем, как и во всех вот таких районах. Аптека. Да, отдельный как будто городок со всеми. Да, ну инфраструктура своя. Да. Мы с тобой что-то отлично. Сегодня всем хором говорим одно и то же. И с утра одно и то же не ели. Почему так? Разное кушали. Зато столько вместе прожили. Значит, мысли одинаковые. Да, это тоже да. Двор. Мы там уже были. Ну, это старая шутка, знаете, наверное. Теща Оника кушает мороженое. Спрашивает, что это, он говорит... А вот это вообще, вот эта часть здания, да. Тут, значит, научный армяно, немецкий центр патологии. Да, что это такое. А эта часть еще уже иначе построена, другие здания. Кстати, эту часть первой построили, вот эти два здания близнеца, и вон то здание. То здание. Да. А то, которое мы посетили, это уже сравнительно недавно. Но он еще должен продолжаться до проспекта Свободы. Что ты говоришь? Да, мне Алиса сказала, что там еще дальнейшее тоже будет. По-моему, эти здания все-таки вот в этой части практичнее. И двор, видишь, какой большой, обширный. Двор весь закрытый. Закрытый именно, да. Я с тобой полностью согласен. То есть они набрались опыта. Вроде эти были отличные, но вот по сравнению с теми... Эти лучше. Да, двора нет. Сейчас мы пойдем в ту сторону и там покажем их мы. Что-то типа двора. Зато у них чудесный розарий. Помнишь, какие розы? Сейчас они еще рано, не зацвели, конечно. Ну, ты знаешь, может и там будет. Мы еще не знаем, что а там. А здесь ветрено, ты чувствуешь? Да, да. Там ветра не было. Все-таки закрытый двор правильно, это. Конечно, свой салон красоты. Вот Меньшин, я думаю, это вот строительная организация, общество с ограниченной ответственностью. Наверное, да. Раз они здесь расположены, значит, это ихняя работа. Да, вот смотри, у них нету двора. Там, двора. Там за зданием есть кусочек. Да. Везде машины все время, а там туда машины вообще не будут въезжать, в этот двор. Ну все, они там пошли. Просто нигде останавливаться. У нас другие планы. Вот это эллипс. Секьюрити какой-то. Да, их тоже что-то нет. Проверяли, арестовывали этот эллипс. Да, Армин, а это что, завод раньше, да, был вот это здание? Посмотри. Наши напишут, что тут было. И эту улицу, я не знаю, как она называется. Мы в тот раз, помнишь, выясняли очень долго. И забыли. Сами жители не знали. Да, многие столько спрашивали, пока узнали. А это что? Пешеходный вход, по-моему, в подземный гараж. Вот смотри, там подземный гараж, их нет. Вообще сейчас с этими гаражами очень хорошо делают. Подземные все новые здания имеют. Да, но они очень дорого стоят. Ну... Вот у Давида как дорого стоило. Сколько стоило у него? Не помню, значит. Ну, он такой сильный. По-моему, где-то 20 тысяч, он сказал. Да, но дорого, что делать. Ну, вот смотри, у них двора нет, вот они так. Что-то соорудили, ворота бан. А у этого здания уже будет нормальный двор, нормальные игровые площадки.
В общем, совершенствуется. Смотри, как много барельефов. И здесь, и наверх мы посмотрели. Да, всюду они. Ты знаешь, это уже не вручную, это машинным способом делается. Mm-hmm. Да. Ну, хотя технологии совершенствуются, но вручную, когда это выполняется, душа есть во всем этом. А тут уже нет такой души. Да, скорости возрастают. Ложные работы. Ну, и сеять вручную, говорят, другая совершенно аура от руки, что ты переходит семени и так далее. Поехали! Поехали. Или я уже говорил, поехали, да? Ничего. Вот такой район появился в Ереване. Ну и аналогично вот будет в Зайтуне, в той стороне, да, тоже большой район. Да, и туда надо как-нибудь проинспектировать там.